Всем привет! С вами канал отдыха и путешествий Фритиц Тур. Мы находимся в замке Святого Петра. Это средневековая крепость в турецком городе Бодрум на территории античного Галикарнаса. Крепость построена в 15 веке рыцарями-госпитальерами с острова Родос. Раньше здесь находилось одно из семи чудес света. Это мавзолей корейского правителя Мавсола. Мавзолей перенес несколько землетрясений и был разрушен в 1402 году. Когда вы отправляетесь на эту экскурсию, пожалуйста, не забывайте свой паспорт. При наличии паспорта за дополнительную плату вам предоставляется плеер с наушниками, и вы можете прослушать всю экскурсию на своем родном языке. В замке Бодрума, помимо всего прочего, можно своими глазами увидеть надпись, сохранившуюся над входной дверью в маленькую башню Готина. Здесь Бога нет. Внутри находилась тюрьма и пыточная камера. Там же в замке не пропустите музей подводной археологии, единственный в Турции. Среди здешних сокровищ чудесная коллекция раннего исламского стекла. Крепость Бодрума полностью отреставрирована. В каждом помещении создан интерьер средневековой эпохи. На территории замка очень много зелени, цветов, есть фонтанчики, лавочки. Здесь очень приятно отдохнуть в летний жаркий день. Экскурсия абсолютно неутомительная. Советую посетить, когда будете в Бодруме. Итак, всем спасибо за просмотр. Если видео было для вас полезным, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!